Редчайший водяной олень попал на видео в центре Владивостока. Ученые земли леопарда, которые ознакомились с кадрами очевидцев, подтвердили видовую принадлежность нового для России животного. Предположительно, он мог переплыть более 15 километров Амурского залива и добраться до города из юго-западной части Приморья. Судя по полученным данным, уникальное явление запечатлено у одного из крупнейших жилых комплексов Владивостока в районе Гершельда. Это первый в истории современных наблюдений случай фиксации водяного оленя в крупном российском городе.